Ну, в принципе, знаешь, я скажу, наверное, так. Появилось невероятное понимание вообще, что у тебя есть эта способность. Потому что вот 7 лет обучения в школе музыкальной, когда тебя долбили просто там, я не знаю, слезы, сопли, там, я не знаю, как еще их назвать, там, гнев, хотелось всех разорвать, да, и вот это все проходит, потому что, вот, знаешь, это я назвала, наверное, вот взлеты и падения, потому что падение, когда тебя вдруг вышибают стабильные данные какое-то, на котором ты базировался, а стабильное было такое, я не способна играть на пианино, то есть я могу подойти побренчать там, что-то сделать, но у меня нет этой способности просто, да, и сейчас ты ее превращаешь. И вдруг ты понимаешь, что у тебя вышивают это данные, да, вышивают у тебя какие-то данные, которые они у тебя были, и ты не понимал вообще, для чего они тебе нужны были, и казалось, что это просто ты не можешь вообще ничего воспроизвести из того, что тебе там по музыке, да, ну, давали вообще непонятно какие вещи, и ты думаешь, шаг за шагом, там, раз-раз, и вдруг такой, раз, у тебя взлет, потом такой, вау, на пике ты такой, yes, я не понял, понял это данное, потом опять больно, опять что-то такое, раз, опять что-то отсеивается, но каждый раз ты падаешь, да, ну, падаешь чуть-чуть ниже, и поднимаешься, вернее, чуть выше, поднимаешься выше и выше. То есть это такой вот, ну, как бы, как взлет, скажем так, да, определенный. И с ощущения такой вот, вот это круто, вот это круто. Знаешь, обычно вот когда семинары какие-то прослушают, такие, а хочется орать, это, а здесь такое спокойствие, знаешь, оно в реальное спокойствие. Ты просто понимаешь, что у тебя есть эта способность. Это круто вообще просто. И вот мне невероятно понравилось то, что он сказал, что это не надо тратить вот годы, часы на то, что ты должен играть, там, да, тренироваться. А очень короткое время, но постоянно, то есть постоянно вот эти тренировки, и ты понимаешь, что ну столько ты времени можешь себе выделить, ну вообще, да? Вот это вот класс такой, который я получила, да, что, да, потому что при твоей занятости, и когда это не профессиональная, в общем-то, да, деятельность, я понимаю, что когда у людей профессионально, они могут посвящать этому много времени, а когда у тебя, в общем-то, занято по все, и тут ты понимаешь, что это настолько тебе нужно, потому что это, ну, самовыражение, это выражение себя как духовного существа. Потому что, ну, а как без этого, да? Это творчество, это гармония, это, ну, все в этом, наверное, сказано.